Всем добрый день! Сегодня у нас на обзоре фото принадлежности, а именно батарейная ручка для фотоаппарата Nikon, младших серий D300, D3200 и D3300. Батарейная ручка фирмы Andoer вставляется вот в таком упаковочном виде. Пришла из Китая. Доставка Китая постаралась вместе с доставкой фирмы SDEC. Не знаю, что они с ней сделали, если передняя вот часть еще выглядит более-менее. На крышке вы видите заметие. То есть обратная сторона демонстрирует всю бережность отношения к чужой упаковке. То ли на ней сидели, то ли ее пинали. Привезли вот в таком виде. Две компании с китайской стороны и компания SDEC. Хотя вроде как компания SDEC работает в Китае. Может, это она все и везла. То есть данная батарейная ручка нужна для того, чтобы вставлять сразу же два аккумулятора, и постепенно при разряжении одного, то есть включался второй. Мне понадобилось для того, чтобы снимать видео именно при установке на стабилизаторах электронных, что достаточно удобно пользоваться, время увеличить, чтобы не снимать, не переставлять. Хотя есть быстросъемные площадки, но все равно. Плюс еще для тех, кто часто фотографирует, то есть здесь еще дополнительная кнопка, помогает очень удобно, во-первых, держать ее, во-вторых, спуск расположен в том месте, чтобы снимать именно, например, вертикальные фотографии, а не только горизонтальные. Так, внутри упаковки у нас находится пупырка, в которой находится этот блок. Находится также инструкция по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации на двух языках. На английском. И на китайском, то есть тип BG2F, то есть можно устанавливать две аккумуляторные батареи EN и EL14, как говорил, для камер предназначено таких-то. Так, дальше температура от 0 до 40, размеры 139 грамм приблизительно вес. Так, обратная сторона все то же самое, только на китайском языке. Так, внутри пупырки находится непосредственно блок. Силикагель. Так, соединительный провод между батарейным блоком, самой камерой. Для соединения. Так, батарейный блок выглядит достаточно симпатично. То есть здесь есть разъем подключения к батарейному блоку. Так, здесь вставка непосредственно аккумуляторных батарей. Так, здесь кнопка. Так, как видим, фирма Andoer. То есть, здесь контакты.
Так, здесь проклеена прорезиненная поверхность, здесь для ремня. Ну а здесь установка на штатив. Есть кнопочка. Дальше здесь устанавливается две аккумуляторные батареи. Вовнутрь. Так, ну а здесь непосредственно закрепляется на фотоаппарате. Так, ну и давайте подключим данную батарейную ручку к фотоаппарату. Так, для этого первым делом открываем крышку приема аккумулятора. То есть ее нужно под определенным углом вытащить. Так, ну и чтобы не потерялась, то здесь есть специальное устройство, отверстие для установки этой крышки. То есть она теперь лежит, то есть ей не мешает. Причем если установить другого, то есть она движется и слышно ее. То есть в данном варианте ничего не слышно. Так, дальше устанавливаем с помощью винта, прикручиваем непосредственно к камере. Так, ну и вставляем аккумулятор. То есть еще положительная часть этой батарейной ручки в том, что если вы любите использовать неоригинальные аккумуляторные батареи, то при установке в отсек номер один родной, оригинальной, то есть во второй отсек можно ставить неоригинальный, и фотоаппарат будет ее чувствовать и осуществлять, потому что в оригинальных, то есть зашит чип проверки на оригинальность. Вот так можно обойти. Дальше включаем, то есть все работает. Можно осуществлять съемку. Единственное, у меня сейчас здесь нет камеры, нет карты памяти. Так, ну и подключение вот этого дополнительного шнура с разъемами. Типа мини-джек, только толщину меньше. Так, ну и в разъем дистанционного управления. То есть тем самым мы задействуем вот эту кнопку. Так, сейчас мы подключим. Так, мы подключаем карту памяти, снимаем то есть, ну и фотографируем в нижней точке.
если это есть необходимость. То же самое, как верхний. Все корректно работает. То есть батарейная ручка фирмы Andoer. То есть удобный хват. То есть можно так осуществлять съемку. То есть достаточно все удобно. То есть есть даже выступ под палец, чтобы не скользил, ну и выступ, чтобы тоже не скользило. То есть и вертикальное положение. Осуществлять фотографирование ваших объектов. Так, ну а мне в первую очередь нужен именно для видеосъемки на стабилизаторе установка. Так, вот такая вот батарейная ручка. Всем рекомендую. Спасибо за внимание. Кому это было полезно, то следующих распаковок. Всем удачных покупок. До следующих видео. И до свидания.